Здорово, народ, с вами Имба. Марафон продолжается, 4 из 31 видео уже есть, и все благодаря вашей поддержке. Больше лайков, больше видосов, больше имбанутости. Сегодня мы отправимся в режим Dota 2, но Robin Good. Назвал бы я этот режим, будь его создателем. Но нет, режим называется Dota 2 Bad Arrows. А какое название подходит этой кастомке больше всего, можете сами определить в комментариях во время просмотра этого видео, которое начнется сразу после спонсора. Друзья, вышла вторая сокровищница из компендиума, но Габин высосал все, что можно из кошельков работяг, и денег на уровне уже просто не осталось. Не беда, на тесте дроп падают сокровищницы даже из кейса за 9 рублей. А также доступен кейс, из которого сыпятся и морталки второго сундука, и даже рарные. Поспешите выиграть вторую сокровищницу и кучу других наград из компендиума всего за несколько рублей. А чтобы было еще больше шансов, держите мой промокод на плюс 15% к пополнению баланса и халявный кейсик. Тесте дроп, шансов больше, чем у Габена. Так, ну что, мираны полетели? Смотрите, как далеко стрела летит. На мужика, на мужика. Я предлагаю в пятером пойти куда-нибудь на один лайн. Не на один лайн, а на этот. Я предлагаю лес фармить. Кстати, нормальное тело. Нет, ну на одну руну пойти и забустить кого-то стрелами. Да, расстрелять, что называется. Мне кажется, будет весело. А, ну так иди, да. А то есть у них. А там у стрелы 50 урона. На кнопке нет. Ну, все равно. Равно закидай. Максимальный мужика. Дополнительный урон 300. Собирайся когда ту руну, я мужика. Ну, молодец. А мы больше не смотрим то, что ты пишешь вообще чат. Что-то проровлил. Так, на какую секунду будем кидать? Понятно. Они другие стрелы взяли, так нечестно. Просто расстрел должен быть. Пошел, смотри, раз. Пока, братан. Там нормально урона прилетело, на секундочку. Ай-ай. Застреливаем. Вот, смотри, раз. А, она не станет. Да. Тьфу, я думал, она будет станить. Будет на мужика. Смотри, сейчас вот этого убью. Здесь и, по-любому. Два, один. Твою мышь. Ты за шо? Я на мужика отжал руну, но меня на мужика убили. Нормально. Тут смотрите, может, таланты переделанные. А Rocket Fire раскрывать невидимость. Я думаю, это, кстати, очень полезный талант будет всем взять на 10 уровне. Потому что тут как минимум 5 ультимейтов Мираны можно по кулдауну прожимать длительно здесь. Ты на мужика, на мужика. Либо не сам. Почему на мужика? Леня мужик. Он дерется по-мужски просто. Не на мужика, а по-мужски. Здесь, в принципе, можно фармить. Этими стрелами. Ага, отлично. Пофармил, проверяй. Успеть. Ию. А чё я в соло стою? Вы что там делаете вообще, ребят? Ты не поверишь? Я понял, в меня тут охоту. На меня охоту открыли. Братан, вылезай, пожалуйста, оттуда, где ты там сидишь. Здорово. Шо ты? Шо ты? Что такое? Теперь... Больно, да? Шо ты теперь скажешь? А если вот так? А вот так больно, да? А еще раз? А вот так больно? Понял, что похоже, это все больно, да. Я там просто меня из кустов чувак пытается расстреливать. Меня это немного подбешивает. У меня тут тоже перестрелка с мидером. Ой, а где? Я стрельну мирно пополам, дымит разгон. Идет война добра с злом. Ой, тихо, не надо, не надо. Help. Где мой саппорт? Какой саппорт? Тут все саппорты. Неважно. Не саппорты. Неважно. Братан, вылезай оттуда. Верим, пока. Ты что, двоих убили? Огонь. Мне нравится. Да, прикольная кастомка. Прикольно, что маны не требуют. О, лови, братан. Это мужики те делают вот так вот. Там что по ультимейтам вас, пацаны?
Подожди, а Rocket Fire не наносит урон, да? Бам. Ты кто жив? Я прожал, если чё. Так а с руки, я тебя с руки запинаю, но всё равно. Пацаны. Ну, что такое? Стиллер 3000. Я не стиллер. Я убийца. Убийца. Шо это такое? А ну-ка. Тихо. Расстрелы тут начинаются. А ну-ка. Прям под стрелу стал, дурак. Магазин универсальный? Никто не чекал? А, я чекнул, да, универсальный. Лежать. Да, гады. Да. Как обычно, Артемидус. Эу. Шо. Страшно? Страшно, говорю? Нет, вижу страшно. Что у вас там происходит? А чё в миду, кстати? Нормально всё? Ты что делаешь, чёрт? Вообще не в ту сторону чувак развернулся в итоге. Ой-ой-ой, сейчас кто-то умрет. Верну! Нормально вообще там прилетело пацанам. Лежать плюс лежать. Так, а аганим что-то дает? Я думаю, может актеринчик взять какой-нибудь. Или ой, правда, родофотос. Лишним не будет. Тут кейтера. Или прям можно убийцу из себя сделать. Слушай, сейчас все будут затачиваться под... Ой, здорово. Моя сборка, она одна на миллион. Ребят, меня тут решили задавить. И что, как вышло? Ой, а их тут очень много. Три человека, слышишь? Нормально вообще. А стрелу по таймингу что, нету, что ли? Так, сейчас будем настреливать. Ой, я убил тут. Ой, смотри тут, братан. Rocket Fire не наносит урон. Я прожимаю ульту, короче. Беру левый талант. Пока. Ах, ты ж скотина. А вот я там пинать собрался, шкила. Всех порежу. No chances. Настреливаю, короче, туда, пофиг, может кого-нибудь да убью. Шо такое, друг? Думаешь, убьёшь меня? А чё вы все тут, кстати? Там в миду Мирана уже уровень 15. А, лошара. Там уже уровень 15. Я её унизил. Я не сомневался в ваших способностях, товарищ Артемидас. Спасибо. А ну-ка, сбринька так. А вы видели, какая ракетка летит? Чуть-чуть не ракетка, на самом-то деле. Я пошел. Хорош. Спасибо. Лежать плюс лежать. Мне нравится эта кастомка, тут можно всех унижать. Просто нажимай две кнопки. Да, весело. Пока, братан. Хватит вот этот варды тоже, пожалуйста, не хочу один саппортить. Зачем тебе саппортить? Потому что варды тут очень много дают. Сентрики много дают. Тут двое. Где? Угу. А тут есть там? Просто нету. Они ушли отсюда. Я просто все купил. Все нормально. Мне кажется, Тараску тут надо собирать. Ну, да, пошел. Они и пультой бегают, они никто не ушли. Тут же, по идее, можно на покарты кидать. Ну, почти на покарт. Ну как? Опа! По нам ведут огонь! Где движуха? Ага, кидаю туда же. А ну-ка, вот так вот. Так, у меня тут кто-то появился. Блинк лучший предмет тут, хочется запомнить. За шо? Продолжай держать в курсе. За шо? Друг! Ай, больно. 2 секунды минус КД. О!
И шо, дурак? Где-то я тебя видел. Меня застрелили. Хорош. Это шо, батл рояль? Это надо на базу сходить. Ещё и блин сбивали с... Я знаю, Натан, я тебя так с руки убью, давай. А, не убил. Там сзади еще подвалило немного народу. Подожди, а урон от них магический, магический. Блин, так надо еще это собрать. Кого, Каю? Не Каю, пайпу. Почему 3 года ТП-6? А, тоже кто-то прилетел, я понял. Понял, парни, расстрел, понял. Просто на Верочку. На Верочку кто-то, на мужика. А, не хочу умирать. Сюда, там, смотрите, эти стоят. Вон нам... Центрики. А есть ракетку сюда кинуть? Конечно, есть. Спасибо. Все застилили. Я не вижу, с какой стороны они приходят. А я вообще, сейчас... типа, не выхожу с ульты. А зачем? Смотрите, вот тут по-любому кто-то есть. Ой, вот это я сейчас получил в бубен. Я, наверное, уйду отсюда. Вот тут настреливает кто-то. На забив. Вот прямо отсюда где-то прилетело. А, там же тоже дальность 4000. Бам. Все, наверное, он прям вообще далеко. Кого я спас? Лёнь, я тебя спас, у тебя соточка. Он, держи варды на базе. Хе! Не души. Ну, ты попросил, он тебе дал варда. Я тут вообще мимо стрел, блядь, стрельба из двух рук. Из двух рук? С двух стволов? Бам, идеальная стрела. Ай, реально больно. Я вам там ракеток немного понакидываю. За шо? За шо, мать? Спасибо матери за сон. Там гений какой-то играет. В плане? В плане он 400 дал, идеально ровно в меня, при том, что я мансовал. Ну, это правда, значит, что я на них встал? Это не важно. О, книжечка. Не понял, продавай. Нет. Ну какой у вас, какой уровень? Я, короче, тупо по карте накидываю. Дайте книгу одну, у меня 14 уровень, пожалуйста. Да у меня 20, все нормально. И вот, ты понимаешь смысл? Почему я прошу книжку оставить? Не понимаю. Понял. Я хейтер. Понял. Ребят, на дистанции, деремся тупо на дистанции. Так это не по-мужски, надо вот так. Ты чё, нормально? Так, нажимаешь вот эту штуку, кидаешь сюда флайер. Потом вот так даешь стрелу. Просто идеальный стратег. Внебрачный сын правомана. Да, только... Тот чуть-чуть не на Миранах играет. Неважно. Ой, а как я так впритык сейчас не попал? Кто там в меня стреляет? Я не понял. А ну-ка. Да ты можешь? Открылось. Больно. Что у вас там происходит? Нормально все? У нас идет война. Курьер ко мне 3 года идет. И треснул мир напополам. Ты мид разлом. Пожалуйста, Донбасс. Ай. Скорее бы 25 уровень получить. Это будет весело. Что еще раз? О. Я пока 20-го. А у них варды, они с вардами играют, ну-ка. Некрасиво. О, слышь, понеслась. 20-го, ты где 20 уровень получить успел? 24-й у меня. Ну, потому что книгу покупают и не оставляют. В лесу еще. Не, я не знаю, я просто убиваю, у меня 24-й. Смотри, вот тут. Где там? Дальше, походу. Тут... На ХГ у себя стоят. Ай, стойте, мы же не бьем с руки, надо купить. Почему не бьем? Ну, я не бью с руки, я должен купить Tranquil Boots. Так, снять вард? А, смотри, вот тут. О, в кустах. Мне кажется, кого-то там убили. Могу сделать. Шангри-ла-ла.
Лашаровать. Пожалуйста, стой, не надо. Блин, хрен поймешь, куда стрелять. О, убил кого-то. А, это аскет убил. Сколько можно, аскет? Бэу! Вообще не задрот. Сразу три стрелы или плюс 300? Плюс 300 или три стрелы. Я думаю, три стрелы нормально будет. Что там, кулдаун? Хрен узнает. Сомнительный выбор, как по мне. Ой, медведь кусает. Я ульту прожал. О, здорово. Это есть. Пока. Так, 15 к урону способности. Нормальная тема, я думаю. Ты где-то тут, я тебя чую. Ой, ребят, их тут много. Аскет, ты меня убил. Все, как-то так. Не забывайте, что тут еще с руки можно немного бить. Это был за книгу. Ты же забрал книгу все равно. Я не забрал книжку, держу в курсе. А почему тогда я виноват? Там было две книги. Потому что у тебя высокий уровень на карте. Да у меня и сейчас самый высокий уровень на карте, и что? Когда я просил оставить книгу, ты сам это... Я сказал, у меня нету. Я ее уже съел. Сказал, что ты ее съел. Вот. Так, чувак, да, прям притык ко мне подошел. Не справедливо. Ой, жесть. Ребят, смотрите, сколько тут стрел летает. Просто жесть. А, мне плетуша прилетела. Так, меня тут убить хотят, я понял. Вижу, где. Прям надо подальше отойти от них. Поубивали их там за это? Да. Шо нашел? Погоди, хорош. Шо нашел? Пацаны, сигналку дайте, пожалуйста. Там все мертвы. Даем. Ладно, я сам дам. Ладно. Че, никого нет все-таки? Нет, там... Орды были. У нас 30 там движняк. Ай-яй-яй-яй-яй. Прожал ульту. Спасибо. Ты, блин, не дожил немного. Я тупо крест-накрест взяли. Крест-накрест. В два ствола. Ой! А, у меня тут сзади пацанчик пришел. Да как так-то? Со спины поцеловал. А, меня тут втроем захерачили. Я не могу понять, вот от Rocket Fire вроде урона нет, но такое впечатление, что он есть. Как бы он нагрит крипов и все. Типа он один примерно. Так, я хочу 25 уровень. Ну-ка, сюда. Куда собрался? Сын, сюда иди. Да, не понял. Не бей, пожалуйста. А Рошана не хотим? Уже поздно. А что, его кто-то убил уже? Я уже убил. Вон ты какой жук. Я даже не заметил. Ну, Лёнь, где моя Ега? Ты мне обещал, значит. Где он? Варды 2-2 на бате было, чтоб ты... Ненавижу тебя. Прожал ультом. Я тоже. Дыритесь. Зачем? Одна голова хорошо, но две, конечно, перебор. Но так, ну что, три стрелы пошли. Так? А, там все уже 25-го. Давайте на мид выйдем и тупо им сейчас устроим тут вакханалию. Symphony of Skills? Вот, вот это? Угу. В принципе, с Тараской нормально получается тут стоять. Выходим, выходим, все на мид. Варды надо только сюда еще поставить. Так, воины света, воины добра. И застреливаем им всю базу.
просто мышой. Ироды! Ну, а не вон, смотри, где. Слышу. Господи, сколько стрел! Я убил кого-то. Вон, снизу, смотри. Угу, вот, тут я парень бегает. Друг. А ну-ка. Мансует 3000. Я в него блинкнуться хотел, ты все сломал. Так что, пушим? А что-то у меня хп мало, чтобы пушить, я так подумал. Я так думаю, что Тараскову стоит не только мне собрать. Думаешь? Да. И Тараску, и Акторин, кстати. Да, Тараска тут очень хорош. У меня на мужика линзакая. Я понял. Я просто манчу. Ой, я кого-то убил. Это что за звуки такие интересные? Это у меня кошка танцевать начала. А, о, понял. Нет, это у меня кошка танцевать начала. Я видел, она кружится. Что за... Ой, нас пушат? Шпи... Да, у нас шпион на базе. Смотри, какой жук. Тупо пушить пошел, метеор Хаммер там, смотри. Да, да, да. Все на свете. Да сколько там? 3 секунды. Чуть больше 2 секунд будет кулдаун. Почему? Вроде я больше всех убивал, а у меня золото меньше всех. Ну, потому что ты не фармишь. Возможно. Надо их на базе зажать максимально. Блин, вот не хватает немного стрел тут. Опять пришел. А, шпион стреляет! Кто куда пришел? На нет, пришел опять пушить. Ну, к сожалению, не получилось. Гейская морда. Короче, я тоже им подпушу, слышишь? Ладно, отойду немного, что-то я прям сам слишком, слишком сильно уверен в себе. Уверенный в себе богатый бизнесмен. Слышь, а братка как тут работает? Вот интересно прям. Что, давим с 5 сторон или по одной заходим? Меня слышно вообще? Да. Да. Ну, я просто разговариваю как будто сам с собой. А вот что нам тебе сказать? Ну, я же спрашиваю, говорю, по одной стороне заходим или по всем? Ой, дурак! Ой, дурак! А ну-ка, на мужика, меня спалили. Блин, пойдем зайдем по одной лайну, по центру. Красным сейчас всех задавим. У нас опять. Ну, ничего страшного. Он сова не пропушит. Без крипов. А он еще и с дезолятором, ля какой. У нас есть опасный охотник. Кто этот опасный охотник? Это Леонид. Кстати, а почему я тост не собрал? Интересно. Так, все, я отхожу. А ну-ка. Все, крысы нет. О, байбек. Скажи крысам нет. Все, заходим. Что у меня такая дизнес-секция? Я готов. Все, у меня. На стрелу. А у меня лицо пропало. Так, все, одну есть. Отходим. Ой, как больно. Просто отойти, чтоб Тараска отхилила. А зачем? Все, нечего. Только нам Криса опять пушит. Ой, бесит он. Если бы ты был человеком. Это Пеннет, кстати. Еще Влад в видосик опубликовал. Всем пришли смс-ки, что видосик вышел. Угу. Да-да. Я поэтому вайну отпушу, короче, максимально. Почему они пытаются нас убить ракетами? Не знаю.
Он решил подкрысить. Мне кажется, он так просто трона лишится как-то быстро. И все. Ну, не скажи. Ну, он уже как бы минус мид, пока он пытается там крип скипить. Ой-ой-ой-ой-ой. Больно. Так что хорошим ничем не закончится его действие. Хорошим танцорам ничего не мешает. Действительно. Время гениальных фраз. А ну-ка, хейтер. Все, я пошел, я понял. Ладно, спасаю. Да, в принципе. Сейчас он отошел ненадолго, и все. Так, вы, кстати, другие вайны можете давить. О! Ливанит кого-то поймал. Ульту прожал. Все, заходим. Тараска работает. Ну, а Тараску сбили. Ой, детвора, вы чего? Ой, я кого-то убил. Из тебя вышел отличный кратер, как говорит одна пума. Раскидали тут ребят чисто. А ну-ка стоять. Ты чего вот этого тут удумал? Просто расстреляли. Езжать. Вы не можете использовать насмешка прямо сейчас. Сейчас неподходящее время. Спасибо. Спасибо, Дота. Хорош. Угу. Значит, понравились конкурсы интересные. Пойду хоть... время использовать насмешку. Угу. Ой, я дойду, интересно. Он это сделал вот так вот. Ой! Ой! Он рвался. Давай я тоже... По-моему, мне больно. Больно. Все, я убежал. Почти. Я челик еще убил. Все, Тараска работает. Есть такое. А Аганим кто-то пытался собрать тут? А зачем Аганим? Он же ничего делать не будет. Ты уверен? По скидке за Вик у нас? Да. Ну я тоже с руки немного набиваю. Давайте вот тут встанем и будем их закидывать. Держу, ловлю. А ну-ка. Так, держи аскет. Кто теперь со мной драться будет, у меня рапира есть. А, лица нету. Помогите. Она не работает. Что-то дали. Рапира не работает? Она моя пока. А, понял. Ух, в этом плане не работает. Дух. Не-н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 е. Крипов сейчас отскипит. Пока. Надо! Попадаю прям каждой стрелой. Вот тут. Они все прямо там стоят. Хочется. Дать одну вот такую стрелу и одну на отход. Бам. Так, Лёнь, оставляй нам, пожалуйста, тоже покушать. Отлично. Мирана сказала отлично. Отлично. Это не, не только у меня, да? Смотри, вот так вот могу сделать. Ой, меня тоже. Жесть. Это трындец какой-то. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Порастреливали, слышишь? Скет, хорош их там убивать? Я не хочу умирать. Зажали. У меня, в принципе, периодически Тараска успевает откадышиваться. О-о-о. Кто посмел? Ага, до свидания. Отлично. Я тоже так считаю. Отлично. Да, братан, еще с руки можно бить, не забывай. Нет, моя. Ой, а я еще в итоге больше всех дэмэджа нанес. А? Кто тут самый имбанутый? Not bad, not bad.
А ты хотел бы проводить время в веселой компании, играя в те же кастомки, про которые смотришь видео? Тогда добро пожаловать на наш сервер Discord. Более 5000 человек уже присоединилось к нашему сообществу имбанутых, не хватает только тебя. Присоединяйся к нашему серверу Discord по ссылке в описании.